Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы будем с вами тестировать один уникальный продукт, который пополнил линейку коллекции Wellness от компании Oriflame. Это напиток, называется Aqua Glow, и направлен этот напиток на то, чтобы повысить уровень увлажненности кожи изнутри. Почему я хочу поговорить с вами об этом продукте? Дело в том, что я не понаслышке знаю о такой проблеме, как обезвоженность кожи, когда кожа выглядит так, как будто она хочет пить. Я наблюдаю это очень часто, так как провожу мастер-классы для женщин разных возрастов, я не знаю, разного типа кожи, и я наблюдаю эту картину, как у обладательниц сухой кожи, комбинированной и жирной. Можете себе представить, что это просто состояние кожи, обезвоженность. И от чего оно возникает? Конечно, фактов очень много. Это элементарно от того, что мало пьем воды, неправильно подобранный уход, мало бываем на свежем воздухе, недостаток сна и так далее, и так далее. Кстати, даже то, как мы выглядим, очень многое зависит от того, как мы думаем. То есть наше мышление тоже работает на наш внешний вид. И, как я заметила, женщина, которая, и мужчины, и женщины, которые постоянно в негативе, бубнят, недовольны всем, они выглядят намного старше своих ровесников, которые постоянно на позитиве, они всем довольны, находят во всем прекрасное. Даже те люди, у которых куча проблем, они все равно сохраняют вот это состояние, ну, не знаю, не веселости, а просто, ну, принятия, наверное. Давайте вернемся к нашему напитку. Я получила такой пробник. Он сейчас в каталоге номер 14 идет. Вот так, в отдельной упаковке. То есть можно взять сейчас, попробовать, а потом заказать целую упаковку, уже начиная с 15 каталога. Что пришло? Вот такой вот маленький тестер. Сейчас я его отклею. Он просто здесь приклеен. Одно саше на один раз. И здесь указан состав. Я немножечко состав озвучу. Это липиды пшеницы, керамоцит. Керамоцит. Yes. Я, может быть, неправильно немножко читаю, но не страшно. Это ингредиент, который содержит фитокерамиды пшеницы по своей молекулярной структуре, схожей с клетками кожи. То есть, да, это вот очень хорошо. Далее. Брусника. Это очень мощный антиоксидант. Это тоже очень важно, потому что именно свободные радикалы являются мощным фактором старения кожи. Я бы сказала так, что на первом месте, вот по ступеньке, да, старения кожи стоит именно фотостарение. То есть когда мы выходим на солнышко, не защищая кожу специальными средствами, то мы осознанно старим кожу. Далее, витамин С. Он поддерживает синтез коллагена, структурного протеина. И так, витамин В3 способствует поддержанию нормального состояния кожи. Как готовить этот продукт? Все очень просто. Нужно взять стакан воды, обычной воды. Я вот наливаю стакан воды. Нужно взять это саше. Кстати, есть линия надрыва, я ее не заметила, ножницы взяла. Но все равно ножницами будет удобнее. Так, отрежу. Не отрезала до конца. Сейчас вот так. Вот. Так вкусно пахнет. Вау! Просто обалденный, как будто ягодный вкус. Слушайте, порошочек такой, его, кстати, очень мало. И какие-то вкрапления красненькие. Так, все вытряхиваю до конца, беру ложечку и размешиваю. Легко и просто. Меня устраивает то, что это все просто готовится. И, ну, какими-то хлопьями стало. Сейчас попробую хорошенько размешать. Готовлю себе напиток. Размешивается плохо, сразу вам скажу. Вот я вижу, прям хлопья какие-то плавают у меня. Может быть, так должно быть. Ой, они как пузырики. Можно я их попробую на вкус? Он кисленький. Очень приятный. Такой освежающий, как морсик. Если вы делали когда-нибудь морс из ягод без сахара, или прям ложечку сахара. Вот мы в детстве все время собирали ягоды, давили их толкушкой для картошки, с водичкой смешивали. Даже, я вот не помню, сахар мы добавляли или нет, но если только прям чуть-чуть.
ставили в холодильник, а потом пили. Ох, какая была вкуснятина. Ну, достаточно размешивать. Все, от ложки все отлипло. Пробуем. Ваше здоровье и ваша красота. Вот, пусть будет. Больше красоты спасет мир. Ну, вот просто приятненький. Ничего такого прям вау. Нет. Чуть-чуть сладость какая-то во рту. Кстати, я читала, что здесь сахара очень мало. Сейчас скажу. В одной порции всего 11 килокалорий и всего 0,3 грамма сахара. Представляете, какой там прям вот мизер. Хотя на мой вкус я бы вообще не стала сахар добавлять. Зачем? Сейчас как стану на глазах красотка. Знаете, как в сказках «Молодильные яблочки». Кушали и молодели на глазах. Так же сейчас и я. Смотрите на меня одна, бам, через 5 минут вообще юная красотка. Классно. Вот бы летом он вышел. Прямо такой освежающий, приятненький, суперский. Ладно, допью без вас. Ну, с удовольствием. Просто не хочу торопиться, потому что я отношусь к еде таким образом. То есть я, когда кушаю, я кушаю медленно, я тщательно пережевываю пищу. И воду я пью медленно, я никогда не пью так залпом, так как некоторые. То есть я также позволяю воде смешиваться со слюной. И это правильно, это очень полезно. Поэтому и напиток это нужно прям просмаковать. И можно даже включить визуализацию, то есть представлять, как это все прям в мою кожу вливается, кожа разглаживается, начинает сиять. Наверняка у вас есть такой вопрос, а буду ли я брать себе полный комплекс, там будет 15 пакетиков за 2650 рублей. Да, буду, конечно. Я очень хочу помогать своему телу хорошо выглядеть. Вы знаете, вот эта вот пословица, которая меня приучила бабуля, спасибо ей за мудрость, которую она мне по жизни вот сопровождала всегда. Она говорила: береги платье снову, а честь с молоду. А я сейчас перефразировала, и я говорю о том, что береги платье снову, а тело с рождения. Потому что именно правильное питание, правильное отношение к себе, к спортом заниматься, питание максимально делать вкусным и полезным, да, все это баланс какой-то во всем. Я считаю, что это очень важно, чем раньше мы начинаем ухаживать за собой правильно и делать поступки, тем дольше мы сохранимся молодыми, красивыми и здоровыми. Итак, желаю вам всем красоты, желаю тоже иметь возможность покупать себе вот такие вот продукты. Благодаря Oriflame можно не только стать красивее, но и богаче. Поэтому до новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! Go просто в видео!